Это мой врач. Он настоящий супергерой. Врачи помогают и взрослым, и детям. Они самые добрые люди на свете. Я горжусь своим папой. У него самая лучшая профессия в мире – доктор. Он много работает, приходит домой поздно и очень устает. Когда я вырасту, я стану врачом. Это самая важная и самая благородная профессия. Я буду помогать людям и спасать жизни. Знают дети. Доктор – лучшая профессия на свете. Лечит всех он и спасает. Быть здоровым помогает. У каждого времени свои супергерои. Сегодня наши супергерои – это врачи. Именно они каждый день на передовой. И кто, как не вы, знаете, что такое защищать самое ценное – жизнь и здоровье. Особенно сейчас, когда мир столкнулся с опасным вирусом. Мы от всей души говорим вам спасибо. Спасибо врачам, фармацевтам, анестезиологам, медсестрам и санитарам. Всем, кто сегодня стоит на страже нашего здоровья. И вы действительно наши герои.